Здравствуйте! Вы смотрите программу «12 созвездий». На наступившей неделе встречаем осеннее равноденствие, заряжаемся творческой энергией и смело подписываем важные документы. А еще период с 18 по 24 сентября удачный для бракосочетаний. А какой прогноз подготовили астрологи для всех знаков зодиака на эту неделю, расскажем прямо сейчас. Овнов ждет обилие не самых приятных дел, но помните, что они принесут вам бесценный опыт. Постарайтесь держать под контролем свой буйный нрав и не устраивайте скандалов. А овнам, занимающим руководящие должности, звезды советуют присмотреться к своим сотрудникам, тем, кто работает в режиме нон-стоп и проявляет себя как настоящий профессионал, непременно нужно увеличить зарплату. Не сомневайтесь, за это Вселенная отблагодарит вас щедрыми подарками. С финансами у тельцов все в порядке. Вам вернут долги, которые давно не возвращали. Также удастся совершить выгодные покупки и прилично сэкономить. В среду следует быть начеку, чтобы не упустить какую-то выгодную возможность. Звезды подсказывают, произойдет событие, которое вначале покажется вам незначительным, но именно ему и нужно уделить пристальное внимание, проанализировать и понять, какую выгоду можно из этого извлечь. Близнецы захотят на этой неделе добавить в жизнь ярких красок и впечатлений. Обновление домашнего декора, новый цвет волос или приготовление оригинального блюда абсолютно точно подарят вам положительные эмоции. Для раков период с 18 сентября по 24 сентября – прекрасное время, чтобы вспомнить о каких-то задумках, идеях и планах, которые вы когда-то отложили на будущее. И не просто вспомнить, а сделать первые шаги по направлению к цели для ее достижения. Одного желания мало, нужны активные, но тщательно обдуманные действия. Львов в период с 18 по 24 сентября ждут деловые переговоры и налаживание контактов с важными людьми. Также на этой неделе будет много выходов в свет. Вас могут пригласить на какое-то культурное мероприятие, в театр, на выставку или на концерт, где вы встретите старых знакомых, которые сделают вам выгодное предложение. Дев интересуют новые возможности для заработка. Чтобы получить прибыль, не действуйте в одиночку. Найдите компаньонов. Только общими усилиями вы добьетесь успеха. И еще один совет от звезд. Старайтесь просчитывать на несколько шагов вперед как свои ходы, так и действия партнеров и конкурентов. У дев ничего не должно происходить хаотично и необдуманно. Весам, празднующим свои дни рождения на этой неделе, звезды советуют устроить грандиозный праздник и пригласить как можно больше родственников и друзей. Возможно, на торжество приедут даже те люди, с которыми вы давно не общались. Звезды утверждают, что скорпионы с 18 сентября почувствуют некое напряжение в делах сердечных. Проявите свои дипломатические способности и как можно быстрее найдите компромисс. Много воздуха, простора и солнечного света – вот что нужно стрельцам на этой неделе. Отправляйтесь на природу и насладитесь яркими красками осени. В этот период как можно больше проводите времени в городских парках и скверах. Именно там вы можете случайно встретить нужного вам человека. В эти дни козероги благодаря своей общительности и доброжелательности завоюют всеобщую симпатию и любовь. Такая тактика позволит удачно справиться с решением служебных задач. На этой неделе энергии хватит на все. Выходные проведите также активно и весело. А 24 сентября ждите подарков и приятных сюрпризов. Для многих водолеев неделя активная и благоприятная. Вам под силу выполнить сразу несколько заданий. Такую работоспособность оценят окружающие и руководство. Астрологи советуют водолеям, родившимся в январе, продумать план действий на будущую неделю, когда появится шанс преуспеть и в карьере, и в личной жизни.
Семейные хлопоты у представителей знака зодиака Рыбы выйдут на первый план. Избегайте конфликтов с родными, ссоры по пустякам могут испортить ваши отношения. И еще эта неделя – подходящее время для творчества. Небольшие сложности возможны в финансовой сфере. Астрологи советуют записывать в блокнот свои расходы. Рыбы должны чаще говорить себе «нет», когда хочется в очередной раз купить что-то ненужное. Вот такую неделю обещают нам звезды. С вами была Наталья Буслаева и программа «12 созвездий». До новых встреч и будьте счастливы!